Итак, большой летний приз на старте. Приготовились. И на старт большому летнему призу. Кучный прием. Хорошо принимает Силкстори под седлом Хамзата Улубаева. И выходит вперед, но не торопится Хамзат. Полевой стороной Антек. По бровке не хочу. Тут же Шулер. Шулер на последний отпадает. Скачку повел Силкстори. Но пока ему комфортно. Антек выходит на второй. А тут же Матвей Платов. Не хочу. Далее символ рейс. Замыкает с отрывом уже Шулер. Что-то на него это не похоже. Итак, противоположная прямая. Силкстори впереди. На втором месте Антек. На корпус сзади. Матвей Платов третьим. На четвертом месте не хочу. Ну и на пятом месте тут же символ рейс. 28,6. Что-то как-то буднично. Не буднично. 28,6. Очень резво. Очень резвый пейс предлагает сейчас лидер Силкстори под седлом Хамзата Улубаева. На втором месте Антек. На третьем Матвей Платов. На четвертом выходит символ рейс. Пятым не хочу. И далеко сзади Шулер. Здорово идет Силкстори. На втором месте Антек. На нем Урмат Кажимжаров в посыле. И бросок пытается сделать Матвей Платов. Матвей Платов на третьем месте. Скачку продолжает вести Силкстори. И Силкстори выходит первым на финишную прямую. Далее Антек и тут же Матвей Платов. Матвей Платов выходит на второе место. Финишная прямая. Скачку ведет Силкстори. На втором месте Матвей Платов. Третьим тут же Антек. Но здорово лидирует Силкстори. Шамиль Ходков выиграет, похоже, большой летний приз второй год подряд. В прошлом году был Daytime, а в этом Силкстори. Силкстори выигрывает большой летний приз. На втором Антек, на третьем Матвей Платов, на четвертое вышел Шулер.